Сегодня суббота, 4-я, по-моему, или 5-я, не помню. Короче, я тут 4-й день, время 12:56, надо съездить куда-нибудь в другое место. Съезжу-ка я на Ладогу, разведаю новое место. Пляж забит, все там купаются, пройти негде. И там пляж, и этот пляж. Сегодня суббота, поэтому народа дофига. Это мы стоим в очереди на пляж. День солнечный, ослепительный, жарко. С одной стороны, даже жалко уезжать отсюда, но засиделся. Надо подвигаться, поэтому мой байк снова готов. Я готов. Надо воды прикупить. Иначе жарко, у меня остался только с водой, с термос, с чаем. И буду готов разведывать новые территории. Так, по работе, значит, работа у меня все-таки отпала. Буду искать с понедельника новую. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, что все будет хорошо и быстро найду себе новую работу. Хорошую, интересную. Такая, какая мне нужна, может быть. Велосипедистом устроюсь, самокатчиком, буду развозить еду, может быть, посмотрим, почему бы и нет. Все, я поехал на Ладогу. Друзья, приветствую. Я ехал по речке Нева. Река Нева, красота. По-моему, здесь город Кировск. Наверное. Еду дальше. Я в Шлиссельбурге. Вот его обозначение. 300 лет Шлиссельбургу. Интересно, когда было. Едем дальше. Покажу в Шлиссельбурге. Улица Маланевский канал, Красный проспект. Вот сзади Невские верфи. Лаки вверх. Дом с отметкой 1970 года. Тут наверняка ремонтируют, строят большие корабли и малые тоже. Вот такие постройки деревянные, наверняка тоже 70-го года. А может быть, еще и раньше. Вот такой у нас канал. Долго задерживаться тут не буду, уже гудят. Проезд узкий. Меня ждут, да. Пивные пациенты. Так, нахожусь на канале. Не на своем канале. Какой-то Ладожский канал. Мало Ладожский. Все там же. Вот тут есть многочисленные строения. Лодки, хибарки, где местные рыбаки. Прям как по китайскому кварталу. Селится прям Гамбург какой-то. Построенный на берегу широкой Эльбы, некоторое время он сохранял независимость от соседей, будучи городом-государством. Мини-мини-городок. А вот здесь находится музей Шлиссельбурга. Вот это красное кирпичное здание, в котором музей самого славного города Шлиссельбурга. Не попаду, конечно, с моими балумами гоняться по такому городу тяжеловато. Это надо будет делать налегке. Ну, такая обзорная экскурсия, понять, что и как. Что за ужас тут творится?
Давай.